Всем привет! Сегодня у нас 8 мая. Я ходила в магазин. Сейчас покажу, что купила. Вот такие шортики Ярику на лето. 92 размер мы носим. Так, 399 рублей. Вообще такие приятные на ощупь. Со шнурочками вот такие. Вообще классные. Получается, состав у них хлопок 100%. Вот. Мне понравились такие красивенькие. Так, далее. Вот такой вот бодик. Тоже красивенький, мне понравился. Он как футболочка тут идет, как поло. Здесь как бодиком. Тоже 92 размера. У него цена 299 рублей. Тоже 100% хлопок. Так. Далее. Вот такую вот маечку с шортиками. Надевать. Тоже 92 размер. 229 рублей цена. Вот такой вот еще комбинезончик. Вот. Мне он тоже понравился, с таким котиком рыжим. Здесь как шортиками, здесь как маечкой. Тоже 92 размер. Цена у него 399 рублей. В принципе, недорого. Дальше купила себе вот такую майку на лето. Вот такую маечку купила. У нее цена 599 рублей. С шортами, с джинсами буду одевать. Футболку себе купила тоже. Такая вот, тоже серенькая. Цена у нее 499. И купила вот такие вот сережечки. Ну, так иногда сменять, одевать. Вот. И еще купила на тренировку ходить себе вот такой вот топ под майку одевать. 499 рублей. И все это у меня вышло, так как день рождения, 25% скидка. Так, без скидки. Сейчас скажу. 3122 рубля. Вот, это без скидки. Скидка составила 780 рублей. Не знаю, видно, не видно. И у меня вышло все 2339. Ну, я думаю, хорошая скидка такая, 25%. Это что, 800 рублей почти. Не знаю, еще хочу узнать. Это вот, ну, на один раз скидка или можно еще в течение 3 дней покупать. Если можно, то хотим джинсы купить внизу, чтобы скидка была. Вот, воспользоваться такой возможностью. Посмотрим. Надо будет узнать где-то, если можно, то... А если нельзя, то у Ярика 11 июня день рождения, тоже так же будет скидка 25%. Сделаем. В июне тогда купим. Сейчас покажу, что буду готовить. Купила вот такую вермишельку. Ярику написано «Kids», детская, мелкая очень. Хочу Ярику вермишельку сделать. Кабачочки купила, Ярику тоже сделаю. Вот индейку буду делать. Из индейки что-нибудь. Горшочки еще хотела сделать. Посмотрим сейчас. Смотрите, что сегодня готовлю. Капусту, помидорку, морковку. Все перемешаю. И сверху выложу мясо индейки. Филе. Сметаной обмажу. И сверху сыром посыплю курицу. Вот такое блюдо себе на вечер делаю. Вот выложила мяско, помидорку. Сыр натерла. Буду так посыпать сейчас. И сейчас в духовку это отправлю. Это у меня блюдо номер один. Второе блюдо не знаю еще. Хочу горшочки сделать. Если фарш разморозился, сейчас сделаю. Горшочки показывать не буду, я их уже 1000 раз показывала. В общем, вот, сейчас в духовку отправляю. Все, блюдо готово у меня. Смотрите, что получилось.
Там капустка внизу маленько, мяско. Положу Денису на работу маленько и вечером сама поем. У нас, смотрите, как погода разыгралась. Все утро дождь лил, вообще прямо сильный ливень был. Сейчас солнышко, вообще классно стало. Там дома будем. Сейчас буду горшочки делать. Нет. Посуду все помыла, сейчас буду картошку чистить. Ой, наконец-то я закончила с готовкой. Смотрите, что у меня. Вот такие вот горшочки. Сейчас в духовку их отправляю. Там у меня фарш, картошка, помидорка, лук, капустка маленько, сыр и яйцом полила. Вот такие вот. Все, отправляю в духовку. Ярик лимон точит, как печеньку. Вкусно? Даже не морщится ведь. Смотри-ка ты. Ну, он в кружку положит. Смотрите, еще покажу, горшки-то у меня сделались. Вот такие вот. Ну, улеглись, надо было побольше всего утром бывает. Вообще, вот такие горшочки у меня. Ой, Ярик, аккуратно. Что, Ярик, поел, все тут вымыл за собой. Иди этот Денис его поотвлеки, я ему что-то сделаю тут. Ярик, пойдем в комнату. Иди за веником сходи. Пойдем в комнату, Ярик. Играй. Иди, папа тебе что-то покажет. Я вытеру здесь, иди. Надо, короче, его отвлечь, чтобы это молоко ему налить, чтобы он не видел. Иначе здесь скандал на кухне будет. Вот, кстати, майка новая. На тренировку в ней уже ходила. И топ под низ одела вот этот для спорта. Все удобно. И в майке не так жарко. То есть в футболке ходила, больно жарко. Ирунчик, иди к папе туда, я уберу тут все, хорошо? Сейчас пойду это Ярика спать собирать. Сама буду кашу ему варить на утро. Дениса собирать. Ой, Дениса на работу собирать. Банки. А потом уже буду сама отдыхать. Потом спать опять. Поздно лягу, блин, сегодня. Обычно часа в 2 ложусь. Пока все сделаю. У нас смотрите, какие шторы. Модные. Кстати, у нас все там уже так потемнело на улице. Не видно. Ну ладно, пойду молочко наливать. Ярик молоко увидел. Давай, доставай. Он как молоко видит, его прям колбасит. Че нашел? Мы это ко сну готовимся. Для аниме, а Ярик. Сейчас молочко выпьет и спать. Да? Жопку задирает, памперс одевать. Ты что так хмуришься? Покажи еще, как ты хмуришься. Покажи. Ты вот так вот делаешь. Не покажешь? Ярик, все, готов. Майку одели. Памперс напялили. Спим пока в памперсе. Потому что всю ночь не выдерживает он. А вставать на горшок сидеть, если неохота. Да? Что-то же я рассказать хотела про Ярика. И забыла. А, нет, не про Ярика. У нас наконец-то отопление выключили. У нас уже было жарище. Чё? Да, паста была жемчуг. Ладно, не снимай меня. На работу пасту покупаешь самую стрёмную. Самую дешевую. До этого была жемчуг, и сейчас тоже жемчуг. Потому что маленькие эти только были жемчуг. А я большие хочу, там все по 70. Вот эти. А тебе сегодня такая большая? Нет, не маленькую только надо. Хорошую. Нету ее маленькую. Блин, дымит, вот куда я хожу, нету. Ладно. Ладно, спите давайте. Помаши всем, до свидания. До свидания, до свидания. Ну ладно. Мы что-то рассказывали ведь. А, вот, отопление дня 2 назад выключили. Обычно 15-го выключают. А тут 6-го, получается, выключили. Потому что вообще невыносимо было, очень жарко. Сейчас хоть спать нормально. Ярик даже ночью плохо спал, просыпался. Все, говорит, ложись на место. Все, все, все. Говорит, укрывай меня скорее. Все, спать лег. Давай, пей молочко и будем спать, хорошо? Мама пойдет свои дела делать. Я Ярику ложу, буду делами заниматься.
Вот. Ну ладно, всем пока-пока. Подписывайтесь на канал наш. Ставьте лайки на видео. Комментарии пишите хорошие только. Всем пока.